У лютым сполнилось 125 годов с дня створения волейбола. С этой нагоды в Гомельской области прошел шерох мероприемств, подчас яких представники Федерации волейбола уручали подарунки, ушановывали спортсменов и тех, кто помогает им досягать успеху. На одной из таких встреч побывала Вероника Гамзюкова. У Гомельской гимназии номер 14 у секции волейбола занимается около 20 хлопчиков и девчонок. На протягу 3 годов гимназия уходит у тройку лидеров у межшкольных и областных споборництвах. Подчас мероприемства юным спортсменам вручили комплекты формы и так само инвентарь мячей и сетки. Наша гимназия – это территория успеха. В нашей гимназии делается очень много для развития не только интеллектуального потенциала учащихся, но и для развития их творческих и спортивных возможностей. Что касается наших учащихся, то, конечно, у нас большим интересом, у них точнее пользуются игровые виды спорта. Это футбол и волейбол. На нашей базе проходят не только соревнования между учащимися гимназии нашего учреждения, но и межшкольные соревнования и не только нашего района, но и соседних районов. Святочные мероприятия протягнутся. У планах представников Федерации волейбола наведать еще 5 установ эдукации. С этого года детский спорт у центре уваги. 5 школ региона стали удельниками проекта «Школьный волейбол», который ладит Европейская конфедерация волейбола. У им будут задейничены хлопчики и девчонки во возрасте от 6 до 14 годов. Старт весной этого года. С этого года переориентировали свое направление, свою деятельность на поддержку именно детско-юношеского и ветеранского волейбола. Ввиду того, что сегодня профессиональная команда и «Энергия», и «Надежда», и «Жемчужина Полесья» уже стала на ноги и самостоятельно двигается вперед. Детско-юношеский волейбол тоже у нас как бы на лидирующей позиции. Как правило, это сегодня, повторюсь, это мальчики «Энергия». Защищают цвета Гомельской области практически на всех мероприятиях. Сильная школа в Жлобине, мужская. Что касается девочек, это хорошо развито в Мозыре, это классы на базе «Жемчужины Полесья». Вот. Соответственно, все остальные, которые при дюшах, при школах занимаются, детки, мы хотим достичь такого же уровня, как и вышеназванная команда. Сегодня Гомельщину у чемпионатах страны представляют 6 волейбольных клубов. 2 команды у Мазыри, Жемчужина Полесья и ее фарм-клуб, и 4 у Гомелі – «Энергия» и ее молодежная дружина, а так само «Бубпром» и «Надея». Нагадаем, «Энергия» и «Жемчужина Полесья» в этом году стали бронзовыми призерами Кубка Беларуси по волейболе. Вероника Гамзюкова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».